Вы рассказывали про пример с сапогами. Если муж жене не купил сапоги, то это будет считаться... Да, это экономическое насилие. Она обидится, она пойдет завтра, напишет заявление, что вот он мне не купил, да, он не выделяет мне денег. Это экономическое насилие. Все, он агрессор. С этого момента в семью вклиниваются третьи лица. Да я вам снимаю, сколько это полицейских пришло. А что, я журналист, я имею право. Тут ветра меньше, да? А где ваши плакаты? Или у вас нет семьи? Мы при исполнении. При исполнении? А где значок? Нагрудный. Нагрудный? Да. Вы же на службе? На улице? Нет. Нет? Вы же только что сказали при исполнении. Я каждый день при исполнении. А где значок? Они вам с нами, они просто... А? Вам надо значок? Не мне, а вам надо. У меня он есть. Пожалуйста, вопрос. Опять нарушаете. Рыба гниет с головы. Правоохранительным службам города истец хорошо знаком. Это Антон Булгаков. Чем недоволен этот человек? И почему полицейские, следователи и сотрудники прокуратуры хватаются за голову, когда слышат его имя? Ну, это хорошая новость. Надо хвататься не только за голову, но и за закон, изучать его и действовать согласно ему. Потому что давали присягу и клятву. Сургут за семью! Югра за семью! Россия за семью! В этот раз... Есть прогресс в пикете. Полицейские пришли примерно тем же составом, уже со значками. Значки отсутствуют только у двоих, у троих. И они уже не прячутся за елочку от народа. Это радует. Но пока также без плакатов. Но зато со значками, с номерными, нагрудными. Личный телефон используете? Здравствуйте. Привет. Привет. Вроде погодка нас сегодня не сильно морозит, да? Да, и значки на груди появились. Ага, молодец. Так не я молодец, они молодцы. А, и они молодцы. Не у всех, правда, но молодцы. Ничего, нормально, мальчишки. Наш этот покой охраняют. Всем здравствуйте. Сегодня в городе Сургуте проходит второй массовый пикет против закона против принятия закона о профилактике семейно-бытового насилия. Меня зовут Диего Андрей Сергеевич, я являюсь организатором данного мероприятия. Вот. Я хочу сейчас зачитать резолюцию к этому пикету, под которую мы предлагаем собрать подписи. И потом, соответственно, все, кто желает, может высказаться. Здесь площадка как раз для этого и нужна, для того, чтобы можно было публично высказать в рамках закона свое мнение. Андрей, громче. Резолюция массового пикета против принятия законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. 22 декабря 2019 года с 14 до 15.00 часов местного времени представители родительской общественности города Сургута, в данном случае сегодня и города Нефтеюганска, проводим мирный массовый пикет с целью выражения общественного мнения о недопустимости принятия проекта федерального закона о профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации, который приведет к обострению социальных противоречий и дестабилизации общества. В проведении пикета принимают участие представители разных общественных организаций и организаций, поддерживающих именно многодетные семьи и простые семьи Сургута, Сургутского района, города Нефтеюганска и Югры. Считаем законопроект юридически несостоятельным, нарушающим конституционные права граждан, игнорирующим основные начала уголовного административного права, противоречащими принципам семейного права, имеющим коррупционогенный характер, создающим предпосылки для разрушения института семьи. Приведет принятие закона к обострению социальных противоречий и дестабилизации общества. Законопроект запрещает то, что причиняет или содержит угрозу причинения физического или психологического страдания, имущественного вреда, но при этом не содержит признаки административного правонарушения и уголовного преступления.
проекте законной речь идет о наказании за причинение физического страдания, не содержащего признаков административного правонарушения или уголовного преступления. Что такое физическое страдание, не причиняющее боли? Вероятно, отсюда сюда попадают одергивание за руку, за плечо, не причинение боли и тому подобное. Однако физический дискомфорт людям может причинить что угодно, например, сильно проветренная комната, либо горячий суп. А значит, преследоваться будет любой дискомфорт, доставленный супруге или ребенку. Второй запрет законопроекта – это причинение психических страданий. Какое психическое страдание остается за пределами административного правонарушения или уголовного преступления? Это принудительное воздействие на кого-нибудь. То есть запрет на любую критику, апелляцию к совести. Согласно новому философскому словарю, страдание – это состояние боли, болезни, горя, печали, страха, тоски, тревоги. В специальной литературе психические страдания определены как претерпевание стыда, страха, чувства унижения и тому подобное. Согласно учебно-методическим материалам по теме «Жестокое обращение с детьми», помощь детям и подросткам, пострадавшим от насилия, адресованных специалистам учреждений и организаций в социальной сфере, а также специалистам ведомств системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работающими с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. Эмоционально-психологическое насилие выражается в унижении, запугивании, принуждении и изолировании. Это словесное оскорбление, постоянная критика мыслей, чувств, мнений, убеждений, действий, постоянные допросы, шантаж, угрозы уйти и забрать с собой детей, угрозы насилия по отношению к себе, жертве, детям, совершенное насилие в отношении детей, родителей, домашних животных или разрушение предметов собственности, контроль или ограничение круга общения жертвы, телефонных разговоров, проявление ревности в крайней степени, преследование, обвинение партнера во всех проблемах, прерывание сна, процессы еды, неумение признать, что ребенок является самостоятельной личностью, имеет свои границы и так далее. Сюда же относится принуждение сменить вероисповедание, мировоззрение, отступить от жизненных принципов и ценностей. Есть определение экономического насилия. Это использование денег для контролирования партнера. Это отказ в содержании детей, единоличное принятие финансовых решений. Создание ситуации, при которой партнер вынужден выпрашивать деньги и отчитываться в любых тратах, утаивание доходов, растрачивание семейных денег. Запрет работать, принуждение работать, изъятие заработанных денег и так далее. Понятие лица, подвергшегося семейному бытовому насилию. К таковым законопроектом отнесены супруги, бывшие супруги, лица, имеющие общего ребенка, детей, близкие родственники, а также совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство, иные лица, связанные с свойством, которые вследствие семейно-бытового насилия причинены физические или психические страдания, имущественный вред или в отношении них есть основания полагать, что им вследствие семейно-бытового насилия могут быть причинены физические и психические страдания и имущественный вред. Как видно, приведенная редакция не охватывает случаи сожительства мужчин и женщин, то есть репрессивные меры должны ударить именно по зарегистрированным бракам. Такой закон в случае принятия будет стимулировать уклонение граждан от заключения браков, то есть провоцирует сокращение числа семей не только через неадекватное определение понятия насилия, но и через формирование в общественном сознании негативного отношения к институту брака. Как к пострадавшим отнесены лица, в отношении которых есть основания полагать, что им вследствие семейно-бытового насилия могут быть причинены страдания. Иными словами, лица, по отношению к которым можно предположить, что им могут быть причинены страдания вследствие угрозы, которые охватываются понятием семейно-бытового насилия. В статье 2 законопроекта дается определение, кто относится к жертвам. Небольшая выдержка из закона, или в отношении которых есть основания полагать, что им вследствие семейного бытового насилия могут быть причинены физические и психические страдания или имущественный вред. То есть страдавшие сами не заявляют, а у кого-то постороннего есть основания полагать, что ситуация
полагать, что возможно семейно-бытовое насилие. Ситуация. В школе собирают деньги на экскурсионную поездку. Родители не считают нужным отправить ребенка в эту поездку. Они, может быть, на это время другое что-то запланировали или дорого им. Учительница сочла, что лишение экскурсии нанесло психический вред ее ученику и сигнализировала в органы. В семью пришла полиция и ребенка изъяли. В статье номер 4 говорится о принципах оказания помощи. Предполагается добровольность со стороны жертв, но содержится существенная оговорка. Добровольность и получение помощи лицами, подвергшимся семейно-бытовому насилию, за исключением несовершеннолетних и недееспособных граждан. То есть сторонний человек может обвинить людей в насилии над детьми или недееспособными стариками. Обвинить людей только потому, что кому-то что-то показалось. Так можно вломиться в любую семью. Мне кажется, там совершается насилие над детьми. Доказывать ничего не придется, так СПН не относится к уголовным или административным преступлениям, где факт преступления еще предполагается доказать. Что касается детей, законопроект включает в себя антисемейные технологии по вмешательству в семью. Если федеральный закон 442 об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации не делает исключение из принципа добровольности социального обслуживания, то законопроект о профилактике семейно-бытового насилия позволяет применять такое обслуживание ребенка принудительно и незамедлительно. А к социальным услугам относится и содействие в получении временного жилого помещения, один из видов срочных социальных услуг, и социально-педагогические услуги, направленные на профилактику отклонений в проведении развития личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов, оказание помощи семье, воспитание детей. То есть ребенку, в отношении которого применяется дома насилие, в кавычках, окажет принудительную помощь в стороне, на стороне, сформулирует ему интересы и тому подобное. Правда, неизвестно, сколько продлится реабилитация ребенка вне дома и во что его превратят за это время. Как известно, дети после отобрания у родителей весьма часто получают букет серьезных диагнозов, в том числе психического характера, поскольку разлука с родными для них – это самое страшное насилие. Законопроект создает для НКО, которые могут зарабатывать на специализированных психологических программах, интерес в выявлении как можно большего числа свершившихся семейно-бытовое насилие случаев. Из зарубежной практики известно, что удержание родителей на обучающих программах по воспитанию детей по борьбе с гневом выгодно поставщикам соответствующих услуг. Поэтому длится очень долгое время, на которое обычно изымают ребенка в целях защиты от некомпетентного родителя. Законопроект о профилактике бытового насилия неприемлем ни в каком виде, ни в какой редакции, так как содержит неустранимые социальные риски, принудительное разлучение детей со своими родителями, избыточное вмешательство в дела семьи и разрушение устоев и иерархии в отношении семьи. Криминализирует семью, семейные отношения как таковые, что противоречит и Конституции Российской Федерации, и традиционным для России семейным и духовно-нравственным ценностям. Проблему насилия возможно урегулировать путем совершенствования уголовного и административного законодательства, принудительного лечения от алкоголизма и наркомании, искоренения культа насилия и жестокости в СМИ и в сети интернет. Мы за сокращение и недопущение насилия, поэтому мы против закона о насилии над семьей. Считаем законопроект неприемлемым не только на уровне конкретных норм, но и на концептуальном уровне, и требуем поддержать граждан страны и граждан ХМАО Югры и не допустить, чтобы данный законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации рассматривался законодателями, вносился в Государственную Думу и принимался, так как предположенный законопроект нарушает конституционные права граждан, противоречит принципам семейного права, создает предпосылки для разрушения института семьи. Поскольку законопроект не является коррупционогенным, не допустить бизнес, делающий деньги на семьях под видом НКО, разрушать семьи граждан России, вмешиваться в жизнь любой семьи без суда и следствия, применять членам семьи карательные меры, прекратить обсуждение этого антисемейного законопроекта вследствие признания его безосновательным
игнорирующим основные начала уголовного и административного права, не имеющим отношения к профилактике реального насилия. Настоящим документом просим губернатора нашего Ханты-Мансийского автономного округа Югры Наталью Владимировну Комарову, а также депутатов всех уровней, представляющих интересов жителей округа, поддержать наше обращение. Организатор мероприятия Денег Андрей Сергеевич. Вот такую резолюцию мы предлагаем всем желающим подписать для того, чтобы отправить Наталье Владимировне. Вот. У меня все. Кто-то еще. Здравствуйте, меня зовут Мустаев Алексей. Я многодетный отец. Вот. Хотелось бы тоже вставить свои 5 копеек против этого законопроекта. Во-первых, сразу же обозначу, что я против насилия как в семье, так в школе, в детском саду, вообще против всего насилия, но этот закон совсем не на себе. Вот. По факту, этот законопроект это легализует ювенальную юстицию. Вот. Я не понимаю необходимости в принятии вообще вот этого законопроекта. Почему? Потому что по статистике МВД, если рассматривать, с 15, 16, 17, 18 годов мы видим динамику снижения количества семейно-бытовых, семейно-бытового преступления. Это статистика МВД. Какая необходимость принятия более при тщательном рассмотрении вот этой статистики? Получается, что мы два собутыльника или группа собутыльников распивает, один другого порнул или одна другого порнула. Это тоже входит в статистику семейно-бытового насилия. То есть по факту может быть с первопричиной бороться. Первопричина это вот, конкретно алкоголизация, наркологизация. Вот сейчас получается... По всем сетям распространяются вот эти вот никотиновые эти конфетки. Вот, и аналогично. Может быть, вот с этими причинами бороться, от которых и идет семейно бытового вот это вот насилие, которое, опять же говорю, в динамике снижается по факту. У меня все. Благодарствую. Хорошо, плакат нужен? Да, отлично. Мы представляем, мы родители города Нефтеюганска. Услышав об данной акции, конечно же, мы сюда приехали, поскольку в нашем городе мы по настоящее время еще не организовывались такие акции, но, возможно, мы ее тоже организуем. Просто актуальность выразить это мнение, что мы против закона о семейно-бытовом насилии, она возникла именно сейчас, но и гораздо ранее. Поэтому мы считаем этот закон ложным, потому что, слыша о том, что это насилие, люди думают, что, о, ну как же так, мы будем говорить, что мы против насилия, это же уголовное преступление. На самом деле это сплошная ложь, весь этот закон это ложь, это все направлено на то, чтобы разрушать наши российские семьи. Потому что, разрушив наши российские семьи, враг с легкостью завоюет наше государство. Что и нужно тем прозападным организациям, которые на сегодняшний день продвигают этот закон. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, вы сказали, что вы не читали данный закон. Вы прочитайте его внимательно, и вы увидите, что то, что до вас доносят, на самом деле абсолютно разнится с тем, что там прописано. Мы против этого ложного закона, но мы против насилия в целом. Закон этот – это обман. Обман всех людей. Кто еще? Меня зовут Гульнара. Я считаю, что в состоятельном государстве должны действовать существующие органы, которые уже есть на данный момент, чтобы они исполняли весь свой функционал в нужной мере. Что не нужно раздувать дополнительные какие-то структуры, которые будут потом, как снежный ком, наращивать сами себя, дабы у них была возможность посадить любого человека в тюрьму, наверное, за исключением тех, кто не сидит у нас на ипотеке, кто не является плательщиком ипотеки. Вот. Ибо такие высокопарные фразы в законопроектах, ну, они в принципе недопустимы. Нет никакой конкретики, нет никакой четкой формулировки. А вот эти фразы «предполагаемо», фразы о возможном насилии, ничего не ясно. Это не поэма, это жизнь, судьбы конкретных людей, конкретных семей. Я считаю, что не в нашей стране с нашим народом давать власть непонятным людям, которые будут придумывать, выдумывать, создавать какие-либо проблемы искусственно.
Но это мое мнение. Я тоже против насилия, любого. Благодарствую. Очень красивое название и, в общем-то, актуальное очень. И если бы это название соответствовало содержанию закона, я бы, наверное, самая первая пошла сюда и записалась. Но дело все в том, что содержание полностью не соответствует названию самого закона. И содержание, которое составляет вот этот закон, просто разрушение, я даже сказала, действует как геноцид на семью, на наших детей. Спасибо. Благодарствую. Там уже подписи, да, собирают? Чтобы не морозиться. Идет сбор подписей. Народ общается с полицией по поводу СНИСов. Она его конкретно пропишет, что продажа его там запрещена. А потом кто? Россия! 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 Все, всем спасибо. Давайте не мерзнем, а то уже все околели. Все, девочки. Ой. Ребята тоже замерзли. Пока, пока, давайте. Пошлите на машине. Говорю, говорят же, Россию не победить. Он разваливается внутри. Да. Что у нас самое главное внутри? Это семья. Семья. Это ядро наше российское. Вот они и зацепили. Все, всем пока, всем до свидания. Всем спасибо. Хоть и холодно, но все молодцы. Сургут морозы не боится. Согреваемся, кто как может.